Всем доброе утро. Мы только проснулись и бежим на завтрак. Сейчас быстренько покажем, чем здесь кормят. И мы потом уезжаем на пляж. Вот. Как обычно, спускаемся с нашего первого этажа, где мы живем. Вот, бар не работает. Людей в бассейне вообще нету. Никто не купается. Время... без 15 минут 8 утра. Да, что-то вот ничего нету, как обычно в этом отеле. Есть какие-то булочки, можно делать тосты. Эта штука. О, там готовится тоже тост. Ну, это какие-то булки. Лепешечки. Готовы. Ой, это тостики. Горячий бутерброд. Здесь у нас картошка. Для тех, кто хочет позавтракать посытнее. Здесь у нас сосисочки. А это молоко яйца. Молоко яйца. Вот так они. Выглядят, может быть, они не очень, но на вкус очень даже вкусно. Да, это что-то типа яичницы. И моя любимая часть – это оладушки. Оладушки со всяким. Оладушки с шоколадом. С шоколадом, с корицей, с сахаром. Так, здесь у нас что? О, грибочки. Это какая-то странная яичница. А это? Это тоже. Что-то очень все странно. А здесь? О. Так. Также на завтрак куча сыров. Очень много. Но колбаса. Несколько видов. Оливочки. Оливочки и вот зелень. Вот это с этой стороны, кстати, есть. А, молоко. Это просто молоко. Раньше давали каши. Вот мы были в этом отеле несколько лет назад. Раньше давали каши. Что еще есть? Вот это для детей, то есть вот это можно мешать с молоком. Даже турецкие сладости есть. Орешки есть. Вот. Джемы. И фруктики. Дыня, груша. Нектаринки. Слива. Арбуз, яблоко, апельсин. С этой стороны это, видимо, компоты какие-то. А вот есть фрукты в йогурте. Вот еще уже другие фрукты в йогурте. Вот, в принципе, это весь завтрак. Это тебе, все сделаем. Сейчас мы сделаем тест. Да. Все, сейчас мы позавтракаем и поедем на море. На самом деле завтраки очень скудноватые в этом отеле. А теперь вы знаете, что здесь можно покушать. Завтрак каждый день одно и то же. Вот на завтрак ничего не меняется. Иногда бывает вкусные яичницы. А, да, еще иногда бывает готовят вот здесь, сбоку яичницы. Вот, но сейчас почему-то ее не готовят. Если получится, да, мы ее обязательно заснимем, покажем. Ну а так вот, еще раз повторю, завтраки немножко скудоваты. Начали выходить завтрака, и вот так вот здесь можно приготовить яичницу. Очень, кстати, вкусно готовят. Все, сейчас поедем на море, будем весь день загорать.
с пляжа. Сейчас обед. Сейчас засниму для вас обед. Как обычно, километровые очереди. Говядина кастрюля. Вот смотрите, кастрюля говядина. Вот так она выглядит. Вот это куриная обертка. Слушай, куриную обертку. Давайте мы все возьмем. Это у нас. Это я даже не знаю, что. Окра. Как? Окра написано. Господи, что это? Это что? Себзе. Вот такой вот здесь обед. Голд Сити питанием что-то не радует. Сейчас, вот смотрите, вот мы стоим в очереди. Это окуня обмотки написано. Куриные грудочки подают. Дальше дети тормозят всю очередь. Здесь картофель фри. Дальше здесь макароны. Здесь соус болоньезе. И здесь... Не знаю. Идем дальше. Здесь гриль. Грибы. Перец. Что-то там рис какой-то завернутый. Лук на гриле, перец на гриле, кабачки, всякие салатики, их очень много. Я даже не знаю их названий, как обычно. Вот такой вот обед. Здесь салаты, но если честно, что на завтрак, что на обед, что на ужин, все одно и то же. Мы здесь... Уже не помню, какой день. Но все это очень сильно приедается. Давайте покажу вам сладости еще. Сладости выглядят вот так. Не знаю, турецкие они, не турецкие. Просто чтобы знали. С едой здесь напряг, если честно. Мне не особо нравится кухня Gold City. Потому что все время одно и то же. Арбузы, сливы, яблоки, виноград есть, нектарин есть, груши есть, еще какие-то сладости. Вот так еще какие-то сладости. Вот так вот какие сладости, вот какие-то в виде какашек каких-то. Какой-то тортик. Я это ничего не беру, потому что выглядит аппетитно, а на самом деле невкусно. Время 12 ночи. Я иду на поздний ужин. Сейчас я вам покажу, что можно поесть. Потому что у меня какой-то дикий жор сейчас. Вот это нулевой этаж. Очень много людей сидит. Видимо, ждет. Ждет тоже ужин. Кстати, сегодня довольно-таки людно. В 12 ночи обычно людей нету. И на баре. Очень много людей. В этом отеле нету ультра all-inclusive, только all-inclusive. И бар закрывается в 12 ночи. Поэтому вы можете наблюдать вот такие очереди. Перед закрытием бара
все пытаются попасть, все хотят выпить. С внешней стороны бар уже закрыт. Вот так. Поздний ужин, конечно, скромный. Оливочки. Соус, соус. Колбаска, сыр. Еще сыр. Груши, яблоки. Сладости. Какая-то кукуруза, салат и еще какая-то ерунда. Все, и больше-то ничего и нет. Еще есть суп. Томатный суп, гаспачо, ну и больше на поздний ужин здесь нету ничего. Ну, в принципе, съедобно. Потому что на поздний ужин здесь есть нечего. Абсолютно. Выбор просто никакущий.